Ну и в двух словах буквально о себе. Меня зовут Ирина Тарасенко, я живу в городе Воронеж в России. В сетевом бизнесе я с 94 года. За это время было несколько проектов сетевых, несколько компаний. И были очень успешные, с огромными структурами, с большими доходами. И были неуспешные. Ну, в общем, нормально. Я нормальный человек, я умею работать, я знаю, что такое победа, я знаю, что такое неудачи. И в клуб Инкрузес я совершенно случайно попала, узнала о нем в январе этого года. Первый месяц, январь, собственно, я упустила. Часто об этом рассказываю, предупреждаю новичков, не повторяйте моих ошибок, я его просто просидела. Вот, начала работать с февраля, поэтому, считаю, вот так проснулась, знаете, жетон провалился. И вот за эти 4 месяца добилась определенных успехов, хотя хотелось бы больших. Но, тем не менее, я довольна. Вот на самом деле то, что сегодня я имею от клуба, имею в виду доходы, ну, не говорю уж про удовольствие от работы, я уже много лет последних не видела вот таких результатов у себя лично. Поэтому те из вас, кто сегодня пришел сюда в поисках какой-нибудь идеи, в поисках того бизнеса, который бы вас зацепил, того бизнеса, который бы, может быть, стал для вас на много лет вперед стабильным, доходным, интересным, бизнес, в который бы вы могли пригласить своих друзей, своих родственников, детей, родителей, супругов. Я вас уверяю, что вот сегодня у вас есть этот шанс. Я не знаю, какие вам сегодня снились сны, дорогие наши гости, но уверена, что какие-то подсказки, какие-то знаки вы точно получали, прежде чем попасть сегодня на этот вебинар. Я сейчас попробую поделиться экраном буквально на несколько минут для того, чтобы показать вот то, что многие из вас, возможно, никогда не видели. Итак, это наш личный кабинет, и вот здесь у нас есть раздел «Круизы». В этом разделе у нас есть небольшой подраздел «Стимул Дрим Круизы». Это те круизы, которые компания нам дарит. И это те круизы, которые вы можете, ну вот не подгружает, видимо, интернет, не хочет одновременно тянуть и вебинарную комнату, и еще все круизы подгружать. Но это те замечательные круизы, которые вы можете получить в подарок от компании, если не будете спать изначально, как я, если не будете упускать время. Вот 8 ночей азиатский круиз, 8 ночей круиз по Карибскому бассейну, Скандинавия, норвежские фьорды, Адриатика, Карибы, Северная Атлантика, Карибы, Средиземноморье и так далее. И огромная база, более 5500 круизов, это наше Global Dream направление. Здесь можно зайти вот в любой из разделов, ну вот вы видите, да, географических, а можно сразу в нашей форме выбрать Европу. Допустим, я хочу показать вам Мировиглию, вот этот вот лайнер, который 4 июня вышел в свой первый круиз, третий день сегодня. Он до 2019 года будет курсировать по Средиземноморью, и мы можем с вами посмотреть, ну, к примеру, на год. Этот лайнер, его круизы и их стоимость. Ну, не будем продолжительность и порты отправления, потому что в основном эти круизы, они идут по одному кругу, и можно путешественникам, круизерам подсаживаться в разных портах, вот кому откуда удобнее. Сейчас мы посмотрим, возьмет ли мой компьютер, загрузит ли всю эту базу достаточно большую. Угу, загрузил. Вот, в основном совершает недельные круизы, 8 дней, 7 ночей этот лайнер. И вот мы с вами можем видеть цену круизов и от 789 долларов, и видите, и более 1000 долларов, 739, 1009. Вот здесь указана цена каюты без налогов. Ну, примерно 100 долларов еще на эти круизы где-то налог. Цена указана на одного человека при двухместном размещении. Этот лайнер, он необычный, там есть даже семейные двух- и трехкомнатные каюты. Вот, вообще очень интересные. Я его давно, видите, даже есть, вот, начиная с 1700 долларов. Цена круиза зависит очень сильно от сезонности. Естественно, лето – высокий сезон, и вот еще начало сентября тоже высокий сезон. А вот далее уже
А вот смотрите, короткий круиз, 3 ночи, $279. А вот есть 7 ночей, 439, это январь. Видите, это невысокий сезон. Вот, хотя январь это время отпусков, и я думаю, многие с удовольствием могли, давайте войдем, посмотрим, с 8 до 15 января, можно даже деток еще придержать на каникулах. Потому что на лайнере можно найти себе развлечения в любое время года. Вот, внутренняя каюта вот с $439 с видом на океан. Внутренняя это каюта без окна. С видом на океан 739, балкон 829 и сьют это люксовые каюты от 1700. И если мы нажмем забронировать этот круиз, вот, и допустим двух взрослых, возьмем такой классический вариант, выберем каюты и посмотрим. Ну, нам сейчас наша база выдаст те каюты, которые остались еще в продаже, потому что опытные круизеры раскупают круизы за 1,5 года. У нас еще очень мало в России опытных круизеров, но они уже есть. Вот смотрите, самая недорогая каюта без окна стоит уже с налогами полная цена $485. 8 дней, 7 ночей с полным круглосуточным обслуживанием, со всеми доступными на лайнере развлечениями. На этом лайнере выступает коллектив цирка Дю Солей. Каждый день, кроме четверга, они дают два представления. Все это входит в стоимость круиза, за это не нужно доплачивать, нужно только вовремя забронировать себе место. Смотрите, та же внутренняя каюта, но с дополнительными услугами $585 на человека. С видом на океан 785. Вот, ну, wellness-услуги, вот с балкона 875. То есть, согласитесь, совершенно хорошие и недорогие цены, невысокие цены. Так, сейчас, секундочку, я возвращаюсь на презентацию. Вот, как вам цены? Кто захотел попутешествовать на Мировилье? Это цена в круизных долларах. Да, мы сегодня поговорим о том, что такое круизный доллар и чем эти цены отличаются от обычных цен. Итак, презентация круизного клуба Incruises. Клуб берет свое начало в январе 2016 года. 16 января мы праздновали первую годовщину клуба. Ну, я тогда только-только стала партнером. Для меня все это было еще непонятно и ново. Я не смогла прочувствовать, конечно, всего величия этого праздника. Вот. Но наши партнеры русскоязычные только стали появляться, приходить в клуб где-то весной прошлого года. Сегодня это лидеры с большими, уже достаточно большими командами, но недостаточно еще для того, чтобы уже считать их как бы не, ну, как, максимально достигнувшими максимального успеха, потому что наша карьерная лестница еще ни одним лидером Incruises не пройдена. То есть все впереди, уважаемые лидеры, те, кто считает себя лидерами, у вас очень большие перспективы. Итак, поехали дальше. Самое главное, для меня было очень важно, я думаю, что это важно и для вас, понять, насколько серьезен клуб, насколько серьезна эта организация, которая пришла на международный рынок, и в которую пришли мы, и вот я так неожиданно, потому что сегодня, согласитесь, очень много компаний-однодневок, компании, которые зарегистрированы где-нибудь в офшоре, совершенно понятно, что в какой-то наступит момент, и они растворятся, и искать там будет негде и некого. Так вот, круизный клуб Incruises, единственный из предприятий такого формата, является членом Международной круизной ассоциации, CLIA. Вот это аббревиатура английская. Это ассоциация, которая объединяет все круизные линии, все круизные лайнеры, все предприятия, которые их обслуживают, и все предприятия, которые продают круизные туры. Если предприятие, которое занимается бизнесом круизным, не имеет аккредитации в CLIA, на этом рынке с ним считаться не будут вообще. То есть это самая серьезная заявка на законность, легальность и стабильность членства в КЛИА. Ну вот вы здесь видите номер нашего круизного клуба. Это все можно проверить. Обратитесь к своим спонсорам, они вам подскажут, как проверить, действительно, если вы человек недоверчивый, и это нормально, и хотите проверить. В эту ассоциацию входят все известные круизные линии. Вот здесь вы видите их логотипы. Это и MSC, вот от который Мировиглию выпустил, да, кстати, стоимость постройки Мировиглии около миллиарда, там 860 с чем-то миллионов долларов, вот, около миллиарда.
Это и Princess Cruise, это и Disney, и Carnival, и Costa, и Crystal Celebrity и так далее. Ну, то есть все известные, ну, вообще все круизные линии мира, они обязательно являются членами этой круизной ассоциации. Невзирая на все политические передряги, невзирая на экономические кризисы, круизный бизнес развивается. Вообще удивительное дело, но индустрия туризма развивается стабильно последние, ну, лет 40, это точно. И я думаю, что все мы помним череду кризисов, которые, ну, лет 20-25 сотрясают не только нашу страну, но и весь мир. И невзирая на это, круизный бизнес растет и процветает, а туристический бизнес, а вот круизная индустрия в нем занимает одну из самых быстро развивающихся ниш. И перед вами статистика, которую каждый год публикует именно КЛИА, Международная ассоциация круизных линий, и мы с вами видим, что в среднем на миллион пассажиров в год увеличивается поток круизеров, которые отдыхают на лайнерах. Могу вам сказать, что минимум треть из этих людей, скорее всего больше, это повторные путешественники. То есть если вы однажды побывали на круизном лайнере, то вы не забудете это путешествие никогда. Я была в круизе, пока еще нет круизного клуба Incruises, и могу вам сказать, что после этого путешествия вот желание ехать в какой-то отель отдыхать у меня нет абсолютно. Когда я вышла с круизного судна, сошла на берег, у меня такая обуяла грусть, что я не смогу, наверное, мне этот круиз был подарен сетевой компанией, в которой я на тот момент работала. Я понимала, что я, скорее всего, не осилю этот круиз больше, хотя даже не знала, сколько он стоит, если честно. Вот мы сейчас с вами видели, что цены на самом деле очень даже приемлемые. Итак, друзья мои, у меня к вам вопрос, что же мы продаем? Вот вы видели круизы, которые я вам показала, да, и первая мысль, которая закрадывается ко всем, что мы продаем круизы. И знаете, как интересно, вот я же когда пришла в круизный клуб зимой, начала, естественно, обзванивать всех своих знакомых, но был не сезон, люди в отпуска не собирались, и некоторые из них мне сказали, да ну, это самое, нет, я что-то потом, ну ты езжай, мы посмотрим, потом к тебе присоединимся. И вот буквально сегодня, уже далеко не первый звонок, но где-то в неделю 2-3 звонка мне раздается от моих знакомых, которых я оповещала еще зимой. И они сейчас говорят, ой, ну что там у тебя с круизами, давай, может быть, это что-то можно будет там прикупить. Я говорю, друзья, вы не поверите, мы не продаем круизы. Они говорят, ну как, ты же едешь в круиз? Я говорю, да, я еду, но я еду бесплатно, я его не покупала. Вот, и со мной едут мои друзья, которые тоже, либо они едут за счет клуба, либо они едут за свои деньги и покупают их безо всяких скидок, если человек, вот со мной едет моя подруга в круиз, которая не захотела входить в клуб, тогда, сейчас входить уже перед самым круизом, ну, поздновато, то есть она будет это делать, но уже после круиза. То есть сейчас все деньги она просто выкладывает на покупку круиза без всякой скидки и очень жалеет, что не сделала правильный ход еще зимой. Так вот, мы продаем систему клубного членства. Я хочу сейчас, чтобы вы очень-очень вдумчиво выслушали то, о чем мы будем говорить, и поняли, что такое система клубного членства. Потому что на самом деле круизный клуб Incruises – это элитный клуб для людей, которые понимают смысл в этой жизни. Система клубов, она очень распространена в развитых странах, и люди, которые объединяются в клубы по их увлечениям, ну, например, бридж-клуб, гольф-клуб, там поло-клуб и так далее, они понимают, что быть участником, членом какого-то клуба, это почетно, это дорого, это всегда происходит только по рекомендации, это всегда предусматривает достаточно приличные членские взносы и систему льгот в зависимости от вашего стажа в клубе. Вот все это есть в нашем клубе, с небольшой только разницей, что те членские взносы, которые платим мы, нашему клубу, мы платим их себе. То есть все они до копеечки идут на покупку нашего круиза. Ой, прошу прощения, немножко съехал слайд. Итак, что же мы продаем? Что такое система клубного членства?
Безусловно, это элитный образ жизни. Я думаю, что то, что вот вы видели, это видео перед началом нашей презентации, видео с инаугурацией нового лайнера MSC «Мировилья», безусловно, навевает мысль о том, что там отдыхают необычные люди. В действительности лучшие представители общества – это богатые люди, это состоявшиеся люди. Это люди, которые могут себе позволить роскошный отдых на роскошном лайнере, где потрясающе, высочайшего качества обслуживания круглые сутки. Но можете себе представить, что вот этот элитный образ жизни, он уже сегодня может стать вашей работой. Ну, работа прям в кавычки хочется взять. И отдыхом одновременно. Мы отдыхаем, работаем, а работая отдыхаем. Я не знаю, как сказать, потому что если вы сегодня это поймете, то вам очень сильно повезет. Да, Лолита, вот замечательная цитата нам предлагает. Если вы любите то, что делаете, никогда не будете работать. Действительно, найдите себе работу по душе, и вам никогда не придется... Найдите себе дело по душе, и вам никогда не придется работать. Да, ну вот как бы другой перевод это же цитата. Благодарю. В действительности, я думаю, что отдых – это дело по душе практически каждого. Покажите мне человека, который не хочет отдыхать. Мало того, если зайти с другой стороны, я могу сказать, что отдых – это важнейшая часть нашей жизни. Если вы со мной согласны, поставьте плюсики. Ни один механизм, а биологический механизм, в том числе и в первую очередь, не может только напрягаться. Нам обязательно нужно расслабляться для того, чтобы жить долго, благодарю вас. Для того, чтобы не болеть, для того, чтобы иметь силы для развития, силы вообще радоваться этой жизни. Знаете, когда наши дети видят нас в постоянном напряжении, это не приносит радости ни нам, ни детям. И представьте себе, что вот тот отдых, который мы вам предлагаем, который у вас есть возможность иметь в клубе Incruises, станет вашей работой. Естественно, новое окружение. Как вы думаете, когда вы попадаете на такой лайнер, какое окружение у вас там будет? Естественно, это новые люди. Это, во-первых, это просто новые знакомства. Во-вторых, это знакомство с людьми определенного плана. Есть такой способ узнать, сколько мы стоим. Ну, это такой общеизвестный такой тест, да, сколько вы стоите. Нужно сложить... суммировать доходы людей, которые вас окружают по жизни, потом разделить их на количество этих людей. И вот это среднее арифметическое, это будет как раз стоимость ваша. И не удивляйтесь, если эта сумма не так велика, как вам хотелось бы. Так вот, для того, чтобы начать стоить больше, нужно окружить себя успешными, богатыми людьми. И наш бизнес, он этому способствует. Это, безусловно, новый уровень самореализации. Я хочу сейчас обратиться к тем партнерам, которые в клубе находятся несколько месяцев. Ну, не знаю, 3, 4, 6 и более. А можете в двух словах описать, написать, вот что вы в себе открыли за это время? Есть ли, Наташа, да, Наталья, есть ли вот то качество, которое вы не подозревали, что оно у вас есть, и вдруг оно проявилось именно в круизном клубе Incruises? Вот прям вот в двух словах мне очень бы хотелось, потому что я в себе очень много изменений нахожу, с радостью обнаруживаю, но на шестом десятке лет я вдруг понимаю, что я себя и не знала, я даже и не думала, потому что в постоянном напряжении, постоянно в какой-то гонке, которая мало к чему приводила. Да, пожалуйста, дорогие партнеры, ну, как подумайте, да, напрягите сейчас немножечко, свою память. Очень сложно себя вспомнить предыдущего. Я вас очень понимаю, если вот сложно стало. Игорь, да, такой маленький. Ну, Игорь такой маленький, метра под два ростом. Вот. Но в действительности, да, ты начинаешь меняться уже, просто когда ты попадаешь в эту среду, и ты попадаешь в новое информационное поле. Хочу приглашать людей, давно такого не было. Да, замечательно. И вот, смотрите, вы никогда уже не станете прежним. Вот в чем фишка основная. Вы представляете, что когда вы сейчас, еще многие из нас не были в круизе, ну, включая меня, я имею в виду от клуба, но те люди, которые уже были хотя бы в одном круизе, они уже другие. Выросли крылья, Любочка говорит, уверенность в будущем, проявление общаться с людьми незнакомыми. Оказывается, я рада с тобой говорить. Влюбилась в людей еще больше. Я помню, как Наташа вернулась из своего первого круиза. Она
просто летала, по-моему, земли не касалась, и у нее не было слов, у нее были одни междометия. На вопрос, как тебе круиз, она просто рот открывала и закрывала, и она не могла ничего произнести, потому что в реальности это было что-то, что перевернуло ее жизнь. И жизнь, кстати говоря, без того интересна и насыщена. То есть Наташу нельзя назвать человеком, который там что-то влачил какое-то жалкое существование. И вот у меня к вам вопрос, как вы думаете, сколько это стоит? Вот бизнес, в который мы вас приглашаем, бизнес, который позволяет измениться самому, который позволяет дать возможность сотням и тысячам людей возле вас измениться. Сколько это стоит? Ощущение значимости. Мы сегодня, многие из нас сегодня ищут свой бизнес. Многие из нас понимают, что в бизнес нужно вкладывать. Многие из нас понимают, что в бизнесе нужно преодолеть конкуренцию, что это сложно, что это требует времени, денег, усилий и так далее. Вот как вы считаете, сколько это может стоить войти в этот бизнес и получить возможность реализоваться и зарабатывать в этом бизнесе? Какие будут предположения? Я пока поменяю презентацию. Все легко. Да, бери и делай. Ну вот нет предположений. Замерли. Приглашенные замерли. Уж очень все красиво. Вы знаете, когда я увидела первый свой ролик о круизном клубе Incruises, первая мысль, которая меня посетила, что это не может стоить менее 2000 долларов. А у меня таких денег не было. Я думаю, ну как это вообще, это просто круть. Вот, извините за сленг, но это реально крутейший бизнес. И сколько он может стоить? Ну минимум 2, скорее всего более 1000 долларов для того, чтобы войти. Я думала 5, Наташа, да. Вот на самом деле так. И вы сейчас будете удивлены, а может быть не удивлены, если вы пришли сюда немного подготовленными. Потому что цифры совершенно другие. Я не знаю, как долго Майкл Хатчесон будет нас баловать такими легкими входами в бизнес. Я считаю, вход должен быть более серьезным, ну вот, на мой взгляд. Итак, мы с вами переходим к маркетингу, а потом я буду готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, слушайте, смотрите, думайте, потому что цифры... Я очень люблю. Они здесь очень несложные и очень приличные. Итак, маркетинг международного круизного клуба Incruises – это классический бизнес-план, в котором совершенно прозрачно и четко прослеживается система мотивации. С ним очень легко работать. Членом круизного клуба считается любой совершеннолетний гражданин любой страны мира, заполнивший регистрационную форму и оплативший свой первый членский взнос $100 США. Я уже говорила о том, что членский взнос – это то, что мы платим самим себе на наше круизное путешествие. Ну, в дальнейшем сейчас вы разберетесь. Итак, если член клуба захотел принять участие в партнерской программе, то ему нужно еще купить партнерскую лицензию стоимостью $195. Итак, максимальный вход в бизнес. Если вы хотите получать ну, все возможные преференции и деньги, и круизы, это $295. Мы называем такого человека VIP-партнером. И партнерская лицензия, обновляемая каждый год, но уже со второго года она будет стоить дешевле в два раза, $95. Я всех призываю становиться VIP-партнерами, вы сейчас узнаете почему. Что нас ждет? Сюрприз нас ждет уже буквально в первую секунду после того, как вы вносите эту оплату, либо 100 членских долларов, либо 295, становясь VIP-партнером. Потому что у вас открывается круизный счет, на который вместо $100 попадают 200 круизных долларов. Что это такое? Это специальная запатентованная валюта, внутренняя валюта нашего круизного клуба, круизный доллар, за который мы и покупаем круиз. Итак, предположим, что вы вошли в бизнес, ну, в данном случае 15 марта, а вот эта дата вашего оплаты вашего регистрационного взноса будет как раз датой начала вашего личного месяца. 15 марта вы оплатили $100, ну, из этой суммы $100 членских, и 200 круизных долларов появилось у вас на счете. Соответственно, каждый месяц в эту дату, 15 числа, вам будет выставлен счет на $100, оплатив который, вы получите еще 200 на ваш круизный счет. И таким образом у вас будет накапливаться
по 200 круизных долларов каждый месяц на ваше круизное путешествие. Этот круизный счет вы не сможете обналичить деньгами, вы сможете его потратить только на покупку круиза. Обратите внимание, друзья, вот у нас наша система клубного членства, она предусматривает покупку круизов за круизные доллары с возможностью доплатить, если не хватает, живыми деньгами с карты. Вот, и так, что хотела сказать, забыла, пока говорила. Ну, ничего, это бывает. Итак, ваш круизный счет пополняется на 200 круизных долларов каждый месяц, и уже начиная с второго месяца, то есть после второго платежа, вы можете себе заказывать круизы. Значит, что же происходит дальше? То есть, будучи членом клуба, вы можете каждый месяц себе накапливать на круиз, ну, то есть, как бы в рассрочку приобретаете круиз, накапливая на него. Причем стоимость круизов у нас, вот то, что вы видели, это как раз круизные доллары. Соответственно, даже те там 400, сколько, ну, 500 пусть долларов, можно поделить на 2, и вам круиз обойдется там 250 долларов. Или там 800 делим на 2, 400 долларов. То есть реальных денег там ровно в 2 раза меньше. И это причем максимум. Как мы можем еще уменьшить наши инвестиции в наш отдых? Можем, потому что наша компания, наш круизный клуб готов нам платить бонусы круизными долларами в том числе. То есть я вот разделила несколько видов выплат, которые мы получаем, на выплаты живыми деньгами и круизными долларами. И мы начнем с круизных. То есть мы хотим с вами красиво отдыхать и хотим за это не платить. Согласны? Кто хочет не платить, поставьте пятерочки. Пятерочки почему? Бизнес пяти партнеров. Я называю бизнесом Крузес, бизнес пяти партнеров. Почему? Потому что вам достаточно стать руководителем группы из пяти человек для того, чтобы никогда более не платить за свой отдых. Замечательно. Вот я тоже не люблю платить каждый месяц. Я люблю рассказывать о том, что мне нравится. Если компания готова мне за это отправлять в круизы, то я эту компанию очень люблю. Роман, 10 месяцев ничего не вношу. Да, и какой у тебя, Ром, круизный счет сейчас озвучно, если не жалко показать нам цифру. Ну, мой, вы видели, 1550 долларов за 5 фактически месяцев. Вот, 2250, вот так вот. Значит, что такое безоплатное членство? Это программа, которая вам позволяет перестать вносить ваши 100 долларов на отдых, предоставить это право круизному клубу Incruises. Начинает действовать эта программа с того момента, как лично вы пригласили в клуб 5 новых членов. Это могут быть люди, которые только являются членами клуба, то есть они накапливают себе на круиз. А могут быть и VIP-партнерами, то есть партнеры, которые пришли сюда еще и зарабатывать. И таким образом каждый месяц в вашу дату платежа компания выставляет вам счет и сама его оплачивает. И ваш круизный счет пополняется на 200 круизных долларов. Вам присылают вот такой красивый сертификат, в котором компания вас благодарит за эту работу и объявляет, что отныне 2400 долларов в год вам доступны для покупки круизов вашей мечты. Пожалуйста, да, вот видите, сколько у нас партнеров, которые не платят уже за свои путешествия, но при этом путешествуют. Но это еще не все. У нас очень часто на презентациях звучат вопросы от приглашенных, а могу ли я не 100 долларов, а сразу там 1000 положить, и пусть она удвоится. Нет, не можете. Такова система клубного членства. Но вы можете ускорить накопление ваших круизных долларов и получать их в подарок, если вы активно приглашаете. Потому что наш круизный клуб за каждую тройку приглашенных вам готов подарить 100 круизных долларов в месяц. То есть ваш личный месяц от 15, к примеру, до 15, или вот сегодня 6, если вы сегодня становитесь нашим VIP-партнером, с 6 июня по 6 июля сделайте 3 приглашения членов клуба, хотя бы член клуба или VIP-партнер, и вам помимо живых денег компания еще подарит 100 круизных долларов. Если это будет 6 приглашенных, ну 6, 7, 8 до 9, то это будет плюс 200 круизных. Если 9, плюс 300 и так далее. И таким образом вы ускоряете накопление на вашем круизном счете денег для вашего круизного путешествия. А вот это то, что касается круизных долларов. Но, кстати говоря, сейчас у нас действует промоушен замечательный, когда вы можете, пригласив максимальное количество, ну то есть абсолютно максимальное количество
VIP-партнеров, то есть больше всех в компании за месяц, июнь, вы можете получить 2500 круизных долларов на покупку круиза из раздела «Стимул Dream Cruise». И вы можете взять с собой человека или даже семью, там хватит у вас 2500. Ну, в общем, первые 10 партнеров, которые пригласят максимальное количество VIP-партнеров, получат в подарок от 100 до 2500 круизных долларов, которые они смогут потратить на покупку круиза. Но это еще не все. Естественно, что мы сюда пришли, если мы говорим о бизнесе, если мы говорим о целой нише, огромной нише, которая сегодня является необычайно перспективной, в которой сегодня еще не задействован даже 1% населения постсоветского пространства. То есть люди сегодня только робко начинают ездить в круизы. Единицы, там десятки, ну вот на больших лайнерах можете посмотреть статистику, обычно не более 1% русскоязычных пассажиров. Можете себе представить, там из 3000 человек 30, из 5000 человек 50-60. Это просто мизер, это капля в море. Это те люди, которые сегодня едут в круиз и, возвращаясь, рассказывают взахлеб своим знакомым. И завтра уже поедут знакомые. А представьте себе, что мы этих людей пригласим в наш клуб, и они смогут ездить в лучшие круизы, смогут больше круизов посещать и, соответственно, приглашать сюда еще больше людей. И вот представьте, что через год, через два, через пять, через 10 лет это будут уже миллионы наших с вами сограждан, которые будут ездить в круизы. Вот этот рынок миллионный, миллиардный в потенциале мы сегодня с вами и завоевываем. Он пуст. Можете себе представить, он пуст. На сегодняшний день в нашем клубе чуть более 500 русскоязычных VIP-партнеров. Вы можете себе представить, на какой потенциально мощный рынок вы сюда пришли, вот сегодня пришли. И, конечно, на этом рынке мы с вами зарабатываем не только круизы, но и живые деньги. И сейчас мы поговорим именно о живых деньгах. Самый первый бонус, который вы можете уже в первый день, вот вы пришли сегодня, и сегодня же можете его заработать, это мгновенный бонус, и вывести его в течение суток. Итак, это мгновенный бонус, который компания нам платит за личное приглашение VIP-партнера. То есть если вы пригласили не просто члена клуба, а партнера на $295, партнера член клуба. Причем за первого приглашенного в течение календарного месяца партнера вам заплатят $50, за второго 60, за третьего 70 и так далее. Здесь все написано, до $150. И каждый месяц этот отсчет начинается заново. Поэтому, опять же, повторюсь, не теряйте время, входите и начинайте приглашать. Мгновенный бонус выводится в течение буквально 2-3 часов на карту Payoneer или на ePayments. У нас сейчас вот два варианта. Вообще постоянно у нас добавляются новые возможности. Компания существует легально, поэтому никакие там замаскированные эти полулегальные финансовые какие-то системы платежные не выводят. Прямо на карту вы можете себе заказать карту Payoneer или вот здесь по системе ePayments. Оттуда можете, кстати, вывести и многими-многими способами, на Яндекс.Деньги, на Киви кошелек, и там еще масса-масса всяких способов, и в том числе на свой банковский счет. Ну, я, например, вот пробовала, у меня максимум времени прошло от момента вывода из кошелька Incruises до поступления на мой банковский счет, ну, часа 4, наверное. Вот, то есть очень удобно, по хорошему курсу выводятся деньги, я очень довольна. Следующий вид дохода, пассивный или остаточный доход, это то, о чем мечтают многие сетевики. Здесь вы его можете заработать уже в первый месяц, чего я вам и желаю, потому что если вы правильно поняли бизнес, то свое безоплатное членство вы сделаете уже в первый же месяц. То есть вы понимаете, да, первую цель, которую вы перед собой поставили, не платить $100, а значит пригласить 5 членов клуба. Если вы это сделали, вы этому же сможете научить и своих партнеров. Согласны, да? Поставьте, пожалуйста, ну еще раз пятерочки, кто у нас есть бесплатник, вот здесь из партнеров присутствующих, кто, прям вот просто пятерочки поставьте, бесплатники. Вот, ну так, замечательно. Ну и гораздо больше, уже даже в моей небольшой структуре уже несколько бесплатников, вот Наталья, Алла как раз. Смотрите, вот сделать, выполнить, выйти на бесплатное членство, возможно, ну, за неделю. Да, вот так, если немножечко приложить усилия.
В принципе, можно и за день, как Наталья Жердева, как там, Люба Степанчук у нас за несколько часов это сделала. Вот. Но за неделю вполне реально каждому. Если вы научите этому своих людей, и хотя бы один из ваших партнеров тоже выйдет на бесплатное членство, то есть пригласит 5 членов клуба, то с этого же момента, буквально с этого же самого момента, вам компания начнет платить пассивный или остаточный доход по $5 от каждого членского взноса на 5 уровней вглубь. И вот здесь я сделала небольшой математический расчет, что если вы ограничитесь 5 приглашениями, хотя мы вам не советуем этого делать, но тем не менее, то есть это задача минимум, вы пригласили 5, и ваши люди сделали то же самое, то даже при этом условии в 5 уровнях у вас будет около 4000 человек, а соответственно минимальный потенциал пассивного дохода – это $20 000. А теперь представьте, что каждый из вас, конечно же, не остановится на 5 приглашенных. Это будут и 10, и 20, и 40, и 100, и 200, и так далее. Потому что сюда уже сегодня приходят люди амбициозные, люди, которые готовы брать этот рынок тепленьким. И, соответственно, их пассивный доход будет в разы больше. Ну и это еще не все. Я думаю, что если среди приглашенных есть сетевики, вы сейчас оцените тот подарок, который фактически нам делает клуб, потому что у нас есть возможность получать бонус, который называется лидерский, и есть возможность начать его получать буквально в первые месяцы. Ну, особо одаренным сразу в первый месяц, а так за 2-3 месяца очень легко выйти на первую ступеньку, которая называется маркетинг-менеджер. И вот вы увидите, для этого вам достаточно вырастить команду в 30 человек. Как только это произойдет, за этот месяц уже вы получаете $500 фиксированной выплаты. Я не знаю другой такой компании, которая за структуру 30 человек вам готова платить $500 минимально, потому что это только одна из выплат. Лидерский бонус. Причем это делает 1 числа следующего месяца. Вот месяц закрылся, через несколько часов эти деньги уже у вас в кошельке. Потому что обычно мы как бы ждем расчет, неделю-две, ждем денег. Вот здесь они появляются у вас буквально сразу. Какие условия получения? Ну, во-первых, здесь, если предыдущий бонус, пассивный доход, мы получаем только с 5 уровней, в данном случае учитывается вся структура на всю глубину. Но мы не можем с вами рассчитывать только на одну какую-то быстро растущую ветку, ну, другими словами, это называется паразитировать на каком-нибудь лидере, да, если пришел крупный лидер, вырастил вам, выстроил большую структуру, а вы будете получать деньги, так не получится, потому что в данном бонусе компания засчитывает не более 40% от объема каждой ветки, поэтому вам придется минимум 3 работающих ветки вырастить, но это не так сложно, особенно если у вас есть уже опыт в сетевом бизнесе. Вот, посмотрите, как только ваша структура выросла до 100 человек, ваш бонус увеличивается до $1000, причем, да, вспоминайте, у вас еще пассивный доход, а это $5 с каждого человека до 5 уровней, и, как правило, 100 человек это еще, ну, практически за 5 уровней не выходит структура, то есть добавляйте сюда еще $500, 1500 минимум. Но самое интересное, вот, ну, могу по своему опыту сказать, я маркетинг-менеджер, то есть $500 я получаю ежемесячно за работу моей структуры, но структура не 30 человек у меня, а более. Ну, соответственно, я получаю по $5 с этих там 40 с небольшим человек, то есть более $200 это пассивный доход, плюс 500, то есть уже 700. Поэтому от 650 в данном случае мы говорим, доход лидера, который достиг ранга маркетинг-менеджер, вырастил вот такую небольшую структуру. И далее уже все идет на автомате, потому что когда у вас есть 30 человек, то это только вопрос времени и небольших усилий дорастить ее до 100 человек. А далее все как снежный ком, и вы видите последнюю 8-ю ступенечку в этом маркетинг-плане, когда компания уже делится доходом своим от товарооборота мирового. Участие в разделе 5% от мирового товарооборота. И вот здесь уже у нас доходы, ну, это идет счет на $1 000 000. Конечно же, компания не обошла вниманием и новичков. Я в третий раз сегодня, сегодняшнюю презентацию призываю вас не терять время, дорогие мои, а начать действовать в первый же день. Почему?
потому что у вас есть возможность, помимо всего, что мы сейчас перечислили, еще получить круиз в подарок на одного или двух человек, если вы за первые 60 дней пригласите 7 или 14 VIP-партнеров, то, соответственно, вы получаете либо круиз в подарок для себя любимого, либо целую каюту двухместную, и можете взять с собой кого-то из своих знакомых, родственников или новых партнеров, которые помогли вам заработать этот круизный бонус, и наслаждаться своим первым, а может быть не первым в жизни круизом, вместе с президентом нашего клуба, вместе с лидерами. То есть это стимул Dream Cruise, который вот я вам в самом начале показывала, на который обычно собирается очень большая компания наших круизеров. Вот. И последний момент, очень важный, он имеет отношение как раз к системе круизного клубного членства. Как мы можем потратить свои круизные доллары? Почему мы тем людям, которые вот так звонят и говорят, а можно ли у вас купить круиз со скидкой, мы говорим нет. Потому что если человек пришел купить один единственный круиз со скидкой, это не к нам. Это в турагентство, ловите скидки, ловите горящие круизы и приобретайте. А вот если вы решили, что этот вид путешествия вам подходит, что вы готовы за 5 лет объехать весь мир, а это возможно, если вы будете путешествовать 3-4 раза в году с нашим клубом легко, то вы объедете весь мир. Так вот. Наша система круизного членства предполагает, что в первый год вы можете тратить на бронирование круиза не более 60% своих круизных долларов. Во второй год членства не более 70%, в третий год 80%, в четвертый год 90% и начиная с пятого года 100% круизных долларов. Вот, давайте мы на этом немножечко остановимся, чтобы вы понимали точно, о чем идет речь. Дело в том, что клуб никак не ограничивает количество бронируемых круизов. И вот небольшой, в следующий раз сделаю прям слайд с этим примером. Небольшой пример. Давайте предположим, чтобы легко было считать, что вы 5 раз сделали взнос по 100 долларов, ну или клуб за вас сделал, неважно, если вы на бесплатном членстве, и у вас 100 тысяч круизных долларов на счете, и вы захотели поехать в круиз. Соответственно, вам разрешается потратить 60% из этой тысячи, то есть 600 круизных долларов. Ну, вы видели, что мы с вами находили круизы и за меньшую сумму, и за значительно меньшую сумму. Предположим, вам их хватило, и вы приобрели себе круиз, то есть потратив 500 долларов живых, максимально причем, да, если вы бесплатник, то и меньше, вы тратите 600 долларов на покупку круиза. То есть выигрыш, вы уже 100 долларов. Но у вас осталось еще 400. И вы следом тут же можете на эти 400 долларов тоже сделать бронирование. Но использовать не более 60%, то есть 240 долларов. И купить, вот, допустим, тот круиз на 3 ночи, который мы тоже с вами видели. Вот у нас очень часто так делают партнеры, они из одного порта покупать несколько круизов с тем, чтобы посмотреть разные лайнеры или там в разные места совершить круиз, или сделать перерыв между круизами, чтобы посмотреть ту страну, которая является стартом, да, для их круизного путешествия. Вот, то есть там масса вариантов вообще, как разнообразить свой отдых и исчерпать почти все свои круизные доллары. Вот, то есть вы понимаете, да, что в реальности вы можете потратить свои круизные доллары почти все, но только вот за одно бронирование не более 60 в первый год и так далее. Но нас эти ограничения, конечно, не устраивают. Если вы партнер клуба, то я вам рекомендую сразу смотреть минимум на второй пункт, потому что, став бесплатным членом клуба и подождав 2 месяца, да, 3 платежа, то есть вот первый месяц, когда вы стали бесплатным членом, вам клуб оплатил первый ваш членский взнос, да, потом еще один счет и еще один счет. И вот после этого вы можете один круиз купить за 100% своих круизных долларов, один раз в году. Вот далее на вас будут действовать те же самые ограничения, что и в пункте 1. И только после того, как вы выстроите свою структуру в 30, минимум в 30 членов клуба и станете на первую лидерскую ступень маркетинг-менеджер, вы можете уже вообще забыть обо всех ограничениях и бронировать любое количество круизов за 100% круизных долларов. Ну и да, кстати, вы можете доплачивать деньгами. Вот, кстати, поделюсь, это очень хорошая схема для мотивации своих знакомых, которые наша самая сложная категория людей с нами рядом. Это наши родные, близкие, наши хорошие знакомые, наши друзья. Потому что, как правило, они последние, кто приходит в наш бизнес.
убедившись уже в том, что это действительно работает, это реально, легально и так далее, что у вас получилось, они присоединяются. Как бы не было это досадно и обидно. Но вот как раз с круизным бизнесом здесь все проще. Вы пригласили, человек сказал, нет, я на тебя посмотрю, давай сам. Как сказала моя подружка. Вот на сегодняшний день мы с ней бронируем круиз, причем я бронирую его за круизные доллары, и она прекрасно знает, что мне это практически ни во что обошлось. Она достает свои реальные доллары, потому что очень хочется в круиз, потому что уже от меня очень много увидела роликов, услышала кучу отзывов, и ее уже прямо вот аж она подпрыгивает, а так хочется в круиз. Делать нечего, приходится платить 100% своими живыми деньгами. И, конечно, сегодня она уже созрела, чтобы войти в клуб. Вот она это сделает. И поэтому нормально, то есть копите круизные доллары, берите самых неверующих своих друзей и бронируйте вместе с ними. Пусть они видят, как вы тратите свои круизные доллары, а они тратят живые деньги. Поэтому нормально совершенно. Хватит вам 60% на то, чтобы купить любой интересующий вас круиз. Вот, ну, собственно, у меня все. Вот, я уложилась в отведенное нам время. Вот, я желаю всем успехов, тем, кто сегодня пришел, нашим новичкам, нашим гостям. Я желаю вам принять правильное решение. И я готова ответить на те вопросы, которые у вас возникли.